стать участниками настоящей детективной истории смогли кемеровчане в музыкальном театре Кузбасса «Премьера». Новый сезон открыли постановкой новосибирского режиссера Василия Лукьяненко «Лайнер мечты». Почти час зрительский интерес перед премьерой подогревали активности в фойе. Новый сезон необычный. В Кузбассе проходит первый международный фестиваль «Сверкающие грани театра». Эта постановка включена в календарь событий. Позади ежедневные репетиции с оркестром, хором, балетом и солистами. В спектакле задействовано более сотни человек, три десятка разножанровых композиций. Это спектакль-концерт, и он состоял из разрозненных номеров, начиная от классических арий оперетт, заканчивая роком. У меня родилась концепция завязать это все через драматургию, через событийный ряд и протянуть линию сюжетов. Но сделать полноценный спектакль с элементами мелодрамы. Раньше мы что-то пытались уже в этом направлении делать, но вот так, чтобы детективный сюжет, внимание, спойлеры, это впервые. Поэтому, конечно, это было очень необычно, очень много какой-то пластики появилось. Музыканты оркестра – полноправные актеры. Два часа на сцене, в зале – аншлаг. Во второй день постановку увидели столичные критики театрального фестиваля. Публика свое мнение уже высказала. Очень интересная постановка, очень шикарные голоса. И костюмы просто великолепны. Безумный спектакль, молодцы актеры. Нам очень понравилось. Спасибо за премьеру. В 79-м сезоне музыкальный театр готовит традиционно еще несколько премьер, в том числе для совсем юных зрителей перед Новым годом. Следите за афишами. Арсений Руснак, Сергей Сардарян, Вести Кузбасс, Кемерово.